Вы на канале улицы Москвы, и в этом выпуске мы прогуляемся по достаточно живописной улице, которая называется Долгопрудная аллея. Протяженность 1,5 километра, и находится она в районе Северной, северо-восточного административного округа, близ железнодорожной платформы Долгопрудная, а также Дмитровского шоссе. Туда у нас, значит, Долгопрудная, ну и, соответственно, город Долгопрудный, Тудакс, недалеко до границы с городским округом Мытищи. Вот она уже начинается за соседней улицей Академика Христиановича. Ну а здесь вот микрорайон, микрорайон 7, по-моему, 7А или 7А или 7Б у нас, северного. Вот, ну и посмотрите, действительно здесь живописное такое благоустройство на этой аллейке. Ну, собственно, дома, они числятся как раз по ней. Вот это 15 дом, там у нас 14. Вот, ну и мы пойдем по направлению к Дмитровскому шоссе. Ну, вроде ничего, такой, да, райончик. Конкретно здесь мне даже больше нравится, чем где 9-я северная линия. Ну, вот если вас не смущает расположение за МКАДом. То его можно тоже рассмотреть. При выборе возможного места жительства станция диаметра в пешей доступности. До Савеловского вокзала путь примерно минут 27 здесь. 25-27. Если на электричке. Ну, я имею в виду от Долгопрудной, там, если Шереметьевской. Ну, может, где-то 28, там, где-то такие цифры. Яркие домишки. Вообще поселок Северный изначально возник на месте, точнее, при водопроводной станции. Есть несколько туда вот на юго-восток старые дома, располагающиеся по улицам северным линиям, на которых мы тоже бывали. Вот ищите выпуски. Там такие советские двухэтажные дома в основном. Такой он выглядит как рабочий поселок, хотя тоже является московским районом фактически. Ну и вот это место, где мы сейчас находимся, оно тоже относится к району Северной, правда, северной части. Ну а также мы недавно бывали в первом микрорайоне,
там, где находится усадьба Архангельская Тюрикова. И данные выпуски вы тоже можете найти в поиске канала «Улица Москвы». Как же, ветерочек поднялся. Ну, сегодня жарко. Ветерочек, кстати, картинка немножко будет. Здесь располагается также парк «Долгие пруды». Так, ну а здесь мы переходим улицу Новодачная. Улица Новодачная, которая также подходит к одноименной платформе. И мы бывали на Новодачной улице как раз туда вот ближе к этому, к деревенским этим пейзажикам, что располагается у платформы Новодачная. Вот, но мы пойдем дальше сейчас, перейдем дорожку. Так. Ну да, вот этот микрорайончик, он относительно небольшой, но все здесь дома новые. То есть он несколько обособленный от остальной части района Северный. Ну, которую, наверное, можно, да, разделить на три части. Это вот как раз окрестности станции Долгопрудная, а также окрестности 9-й Северной линии, где там метро будет, и первый микрорайон Северного. Ну, я имею в виду там 4-й микрорайон, по-моему, так он, 4-й микрорайон Северного, и к нему примыкающие там дома с разных сторон от Дмитровки. Вот, ну и первый микрорайон, который находится непосредственно за Московской кольцевой дорогой. Вот, ну мы двигаемся дальше. Это также Долгопрудная аллея все еще продолжается. Ну и пойдем сейчас в направлении Дмитровки. Вот как уже тут меняются окружающие действительность. Где мы начинали выпуск. Начинали в городе, продолжаем в деревне. Дом по Дмитровскому шоссе, кстати, числится. Вот, это все одна улица. Вот, пожалуйста, и такие дома теперь тут можно видеть. Жилые двухэтажные дома. Ну, мы сейчас дойдем, конечно, до Дмитровки, я думаю. Цветут деревья, но вы, наверное, ближе к лету увидите выпуск. Там есть еще несколько выпусков недозагруженных. Более ранних у нас. Может, уже к тому времени все и отцветет. А здесь уже идем дальше в тенек. И двигаемся к Дмитровке. Понятно, что здесь заброшенные. Так, ну вот, собственно, мы подходим к Дмитровскому шоссе. Выпуск у нас получается достаточно продолжительным, поскольку здесь вот с другого окончания Долгопрудной аллеи есть что показать и на что посмотреть. А, собственно, вот Долгие пруды. Такой вот водоем на реке Мирянка. Собственно, и давший название Долгопрудной аллеи. Люди загорают, кто-то жарит шашлычки.
А дальше шумит Дмитровка. Красиво. Собственно, туда вот, в ту сторону, северный, где 9-я северная линия, 4-й микрорайон. Вот они, эти дома. А за ними, сюда ближе к области, старый поселочек. Ну и здесь вот тоже есть с другой стороны прудик.